необходимо выехать за пределы Российской Федерации. У вас срок для выезда 15 рабочих дней. К семье мигрантов, живущих в Барнауле, озвучивают решение сотрудников полиции об аннуляции вида на жительство и необходимости покинуть Россию. Причина поведения их 14-летнего сына. Инцидент с его участием случился еще весной у торгового центра, но в сети появился лишь на днях. Не надо! Все. Не надо! Ахмед, скажи. Парень начал приставать к подросткам и плюнул одному из них в лицо. Полицейские быстро отыскали юношу, уроженца ближнего зарубежья. За что тебя в полицию доставили? За то, что ударил. Кого ударил? Не знаю. У тебя вообще, ты не гражданин России? В случае, если семья парня за 2 недели не покинет пределы России, то их придется депортировать в принудительном порядке. Напомню, что после ряда противоправных случаев со стороны мигрантов в стране стало меньше сфер, где им позволено работать. В ряде российских регионов мигрантам запретили трудиться в общепите и на транспорте. Кое-где для них закрыли сферу торговли. Не свистеть, не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем – это уже советы для живущих в России гостей из других стран. Такие дают на лекциях приезжающим. Ведь в другой стране, и это актуально для всех, и для русских в том числе, вести себя подобает, как принято именно в этой стране, а не как у себя дома. Татьяна Голубева, День с толком.